Ребят, что вы там делаете? Достаем формочки. А для чего? Чтобы делать печенье. Вы хотите печенье? Да. А что нам для этого надо? Формочки. А еще? Тесто. А еще? Духовка Маунфилд. Матвей, а что ты знаешь о духовке Маунфилд? Духовка Маунфилд. ЕОЕ 769Б. В духовке Маунфилд есть два переключателя. Режим. Есть режим и есть температура. Есть часики, часы, будильник, время, таймер. И отложенный старт. В программах у нас есть конвекция и гриль. В этой духовке трехслойное стекло. Два противня. Телескопические направляющие. И решетка. Решетка. Объем этой духовки очень большой. Можно свинку испечь. Ну что, побежали печенье делать? Побежали! Елисейка, что делаешь? Я включаю духовку. Хорошо, вверх-вниз. Поворачивай. Еще. Еще на один. Ага. И температуру на 180 градусов. Вниз опускай. Еще крути, чтобы вниз смотрела. Молодец. Ну что, готово печенье наше? Да. Пробуем. На вкус хорошо. Вкусное печенье из духовки Маунфилд.